Многие предписания в исламе, такие как молитва, особенно коллективная молитва, пятничная молитва, паломничество к Дому Всевышнего Аллаха, а также пост месяц Рамадан. Эти все обряды поклонения символизируют собой единство. Это основная и важная цель, заложенная Аллахом Субханаху ва Тааля, чтобы верующие были едины и никогда не разделялись. Разделение уммы порицается в исламе. Единение и объединение приветствуются. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь за верь в Аллаха вместе и не разделяйтесь. Верь в Аллаха – это религия Аллаха. Верь в Аллаха – это книга, Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Следует понимать, что в своей основе верующие должны сохранять единство абсолютно во всей своей жизни. Быть едиными, крепкими. И не допускать никакого разногласия. Особенно в месяц Рамадан, когда зачастую происходят различные разногласия среди верующих относительно начала месяца поста, когда часто появляются различные споры о том, когда следует начать поститься, а когда не начинать поститься. И данные разногласия в вопросах фикха порой приводят к тому, что умма разделяется. Верующие должны понимать приоритеты в исламе. А единство – это одна основа из основ, которые призывает Всевышний Аллах, и она является фардом, не является сунной. Сохранять единство является фардом. Сохраняя единство, умма увидит плоды развития. Ведь единство – залог развития и процветания. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас крепкими и даст нам объединиться и держаться за верь в Аллаха вместе и не разделяться.